Пусть наступающий праздник будет теплым и радостным для каждой семьи. Как сегодня сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, в преддверии священного праздника Ураза-Байрам при участии депутата Госдумы Султана Узденова и группы меценатов сформировано более 1000 продуктовых наборов. Порядка 20 наименований продуктов первой необходимости, а также сладости получили семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Список семей сформирован по данным администрации муниципалитетов. К акции привлекли активистов волонтерского центра «Молодой гвардии» и актив партии «Единая Россия». И как отметил Рашид Тимрезов, подобные мероприятия проводятся каждые 3 месяца с 2021 года.